Здравствуйте! В эфире программа телеканала «Самара ГИС. Право на маму». Какое прекрасное время года – лето. И, наверное, больше всего лето любят дети. Школьники, потому что это самые длинные каникулы, и многое можно успеть. А дети, потому что родители чаще бывают вместе с ними. Если, конечно, у детей есть мама и папа. Мы рассказываем в своей программе о тех детях, у которых нет родителей. Рассказываем с надеждой, что обязательно откликнутся добрые, хорошие люди, для которых действительно не бывает чужих детей. Я говорю, ну ты приемным перестал быть, а родным стал. Смотрите программу «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС». 12 августа в понедельник в 18:45.